Вот вы видели, самолеты летают, нет? Трубу. Из них идет такой дым. Вот это распыляют, ну, грубо говоря, дебилизаторы. А кто поставляет? Америка. Вот я не помню аэродром, то ли Ульяновский, то ли где-то. Самолеты приходят из Америки, привозят эту дрянь и поливают у нас над Москвой. Сейчас стало меньше, сейчас поставили антенну. Знаете, вот там палка, да? А сейчас идет электронное зомбирование. Через телефоны, через, так сказать, эти системы. Сейчас я немножко... Все, я больше не могу. Выпустите меня отсюда! Выпустите меня отсюда! Успокойтесь, возьмите себя в руки! Стюардесса, позвольте мне! Выпустите меня! Я тебе сейчас кишки выпущу! Выпустите меня! Успокойтесь и сядьте на место! Я сам разберусь! Успокойтесь, возьмите себя в руки! Доктор, вас к телефону. Все будет хорошо, не волнуйтесь! Просто возьмите себя в руки! Сестра, прошу вас, позвольте мне! Выпустите меня отсюда! Выпустите меня отсюда! Остановите самолет!